Охуенная капец. Подожди, мы сейчас идем, типа, к твоей машине? Ну да. И ты будешь за рулем? Да. Минутку. Минутку, я сейчас буду. Пацаны, я сейчас уезжаю. Может, я не вернусь вообще. А так, едет она, а сбить могут вас. Я по вам скучать буду, пацаны. Я буду скучать по тебе. Да. И по вам тоже. Я могу не вернуться. Люблю тебя. Я хотел бы завещать все свое наследство моим малышам. Особенно Дори, моя любимая дочка. Давайте, я вас верю. Надо очистить энергетическое поле машины. Держи. Надо очистить ее энергетическое поле, чтобы не въебались там, чтобы аккуратнее все. Жека! Достал! Хочешь, сам садись за руль. Да, да, послушай, а то он тоже к маме побежит, жалуется, что я капец строгий. Помнишь, я раньше на них с одной компанией работала, они меня сейчас обратно на работу зовут. Ой, баста, Хатр, Паша, говорю, дома сиди, кушать готов, килинкой будь, сам будут тебя обеспечивать. Ну ладно, ну там такая зарплата хорошая. Ну сколько там зарплата? На, кушай. Ноги подними, а, надо полы домыть. И давай быстрее ешь, а на работу опоздаешь. У меня еще, знаешь, сколько дел дома? А? Блины? Что, положишь? Короче, на моей машине поедем, хорошо? Ага. Все, закупимся, ладно, попутим. А это, а шашлык что? Шашлык попутим возьмем, дальше пикник, а нам на... Уроды, блин, а! Не умеют парковать. Ни номера, ни сигналки. Я, слышь, не твоя машина. А машина... На метро, на метро, на метро. Эй, нога, у меня только 300. Триста? Может, надо чкусить быстро? Кошмар! Приехали! Спасибо. Эй, чинака помельче нету? Нет, только 5000. Эй, иди в магазин сходи, один раз разменяй. Это что? Да блин, никто просто так не разменил. Пришлось купить. Блин, никогда так не купил. Это моя вечеринка, где собрались все, кого я любил. Поехали, поехали, я сильно тороплюсь. Я сильно тороплюсь. Два раза больше заплачу. Два раза больше заплачу. Сначала деньги покажи, да. У меня на карте деньги. Какой на карте? Иди банкомат сними, я только кэш принимаю. Алло, я сейчас... Че, ты выбрал уже там пятый предмет? Да-да-да, я походу физику буду сдавать, потому что там грантов дофига. Я по-любому поступлю. Давай тестики соберем, старые. Давай. Я репетитора нашел уже. Сейчас уже, блин, немного осталось. Пойди, давай подготовимся чуть-чуть. Эй, что случилось? Что случилось, блядь? 52 балла набрал, блядь, что случилось? Че орешь теперь? Тупые, ё-моё, эти проверщики, как не знаю кто, ё-моё. Шпоры все отобрали, камеры поставили. Нахрен вообще на пробном камере? На нем ты что, блядь, с автоматами теперь будет стоять, что ли, на? Вот нахрена мне эти проблемы, а? Надо было после 9-го спокойно в колледж уйти. Предлагали же, блин. Да я куда собрался? Чё к ты не готовишься? Мы с пацанами на джума-намазу идем в мечеть. Иншалла, думаю, все нормально будет. Ладно, я скоро приду. Мам, я пришел. Как вечеринка? Да, хорошо прошла. Пил? Я нет. Ты что, курил, что ли? Не курил, мам, у меня рядом пацаны были. Трсщи! Не надо плакать, мама. Успокойся. Кипр! Алло, Талгат! На баланды емдету керек, на баланды наркоман! Кипр! Да, позавчера мы вместе с Искандером спали, выбрали топ лайфхаков, которые нам кажутся неправдивыми. Сегодня мы их будем разрушать безжалостно. Мам, вы что ищете? Я эти джинсы говорю, этот Азамату отдавал, это походу у него, это от него осталось. Не мои это. Мама, ну. Нам такой сын не нужен. Мама, не начинай. Пошел вон. Че, голодный? Угу. Барконджу, тамахщик. Дана, вот давай поговорим нормально, вот давай. Пока мы вместе, да? Угу. Что за дела у нас в семье творятся? Вчера твои подружки пришли. Ты на бешпармах что им положила? Жамбас положила, умертка положила. Почетные куски вот такие здоровые, от коровы такие говядины положила. А? Ну. А когда мои приходят, почему такого нету?
В смысле, нету. Я тоже им положила жамбасы. Я 6 жамбасов положила твоим. Когда? Как когда? Вот когда они приходили. Ну ты-то из курицы нам ставишь жамбасы. Вот такие жамбаски маленькие, вот такие много. Миран, ты сам сказал, что они все спортсмены. Я им белок приготовила. Странный такой, вечно ты чем-то недоволен. Как лучше делаешь, нет, все равно. Вот. Не угодишь. А, ты из-за этого, что ли, да? Конечно. Я же думаю уже о вас. А, тогда я им скажу, пускай не выпендриваются, ничего себе, 6 жамбасов, да, положил? Да. Ну что, Маки, тогда начинаем работать. Там ребята на месторождениях готовы. Будем отправлять вагоны к вам. Все, договорились. Юристы мои подпишут до конца недели. И все, мы отправляем первую предоплату. 350 миллионов, правильно? 350. Договорились. Договорились? Хорошо, все. Что, может быть, пообедаем? Здесь говорят, хорошие осьминоги есть, утка по-пекински, шеф-повар там с Китая. Не, если честно, я есть вообще не хочу, спасибо. Но если вы настаиваете, давайте... У меня тоже встреча сейчас, Макей. Да? Давай как-нибудь тогда поужинаем. Да, в другой раз, да. Ну, давай. Работаем. Давайте, до встречи. Пойдем. О, Макей? А вы что тут? Да это, помощник говорит, здесь вкусно, вот решили быстро перебросить все. У вас же встреча была? Да это... Встреча отменилась просто, и я думаю, что переплачивать? Поем здесь калонать, тоже вкусно готовят. Аспус, давай. Рахмет, увидимся. Давай. Братан, как пишется Happy Birthday? Happy H-A-P-P-Y. Happy, да, пиши правильно. Happy Birthday. Как? Без. Берн. Нет, напиток. Бездрн. Без. Без. Эй, казах, ты звук хочешь? Орша зазовешь? Алло, брат, я подъехал, у тебя вода рисой ушла. Выходи давай. Салам алейкум. Классно. Я смотрю, у тебя двор такой четкий. И чисто, аккуратно, кошки, все прям облизанное же. А что, одни только русские живут, да, здесь, да? Блин, да, братан, прикинь. Я завтра на свадьбу не пойду. А что? Я пополнела, на меня ничего не лезет. Завтра придут эти жены, там, Кайрата, Асета эти. Блин, как это ты вообще стройно, ты что? Кайрата жена вчера видела, у них чай пила, она за зиму, знаешь, когда располнела. Ее разбомбило, такие ляхи у нее такие. Живот вот такой у него, ты что, она? А Света жену тоже вчера видел. Я сумку отнес домой, а она вообще какой-то дэу какой-то поварик, да? В детском садике. Да, ты че? Офигеть. Не смотри на них, да. Там. А это же еще будет там Мадина, которая по бодифитнесу чемпионка. По бодифитнесу? Да. Ой, ты вот с таким прессом, да, такие кубики, да, нам-нам. Угу. С рожей мужика, да, такая. Фу, ё-моё, с кем он живет? Непонятно, с мужиком живешь ты или да? С бабой. Ну, че это вообще некрасиво нам? Че ты там красавица будешь?